Сегодня на границе Кыргызстана и Таджикистана сложилась очень такая сложная ситуация. Все дело в том, что в течение более чем 20 лет стороны вели переговоры по вопросам границы. Когда речь шла о тех участках границы, где не было населенных пунктов, все вроде бы шло нормально. Почти таким образом половину периметра границы описали. А вот когда дело дошло до тех участков, где населенные пункты расположены перемешку в шахматном порядке, начались проблемы. К сожалению, кыргызская сторона не хочет уступить ничего. А таджикская сторона готова к уступкам. Переговоры без уступок не бывают. Стороны обязательно друг друга должны понимать. Конфликты и ранее возникали, они будут возникать еще. Но такого серьезного вооруженного конфликта до сих пор не было. Сегодня фактически две республики оказались на грани войны.